Ну вот, дорогие друзья, сколько, наверное, часа полтора прошло, пока я возился с этим тортом. Вот пока получилось вот такое чудо. Ну, слава богу, у меня в огороде и смородина, и китайские яблоки, и мелисса, и красная и черная смородина. Вот, то есть, коржи, когда мы выпекли, то аккуратненько лопаточкой мы их поддеваем, чтобы не повредить структуру. Вот, нужно обязательно дать им остыть. Видите, уже мушки фруктовые летают. Почуяли сладкое. Вот, только на остывшие коржи крем кладется. Вот первый слой, второй слой. А третий уже приготовленная глазурь, как я в начале видео говорил. Какао, молоко, сахар. И в конце варки масло, ложку столового сливочного. Вот. А потом уже это ваша фантазия. Слава богу, что у меня есть и мята, и мелисса. Вот листочками украсил. Конечно, торт необыкновенный. Просто необыкновенный. Вот попробуйте, у вас получится, я надеюсь. Очень просто. Вот. Но зато красиво и оригинально. Вот. Успехов вам. Успехов.